на двух! Что ты наделал, блядь, сгружённый, блядь? Снял? Да, поход дел. Ядрить, мадрить. Послушаем Михаила еще. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, Мэр. Добрый день. Ебануться, блядь. Пропустил нахуй. Наша страна готовится к проведению первенства мира. И? Есть. Бля, вообще. У меня на видео все записалось. Практически каждый час в нашей субъекте денег данные. Это еще что, блядь, заебали, блядь. Блядь, ох, ебать. Ой, дурачок, он живой, что ли? Ебать, живой. Живой, живой, живой. Ой, блядь, блядь, пиздец, мы. В кадровой работе так сложно вот эту следить. Эх ты, блядь, стой. На. Ебать. Прям чуть-чуть, да ты чё, мужик, ё-моё, кто виноват-то, он виноват. Его пропустил, ё-моё. На мотоциклист уебал это пешехода, блядь. Ты на моих глазах, блядь. Да я чего не видел. Как уебенил его нахуй. Давай перезвоним.
твою мать, смотри, что. Ты что, не видишь? Домой еду. Бах, ништяк! Ах ты молодец! Ах ты козел-то какой, а! Так, ну-ка. Ну что, долетался до встречечки? Красавчик! Молодец! Решай, Карин, куда, на биатлон или в Парк Победы? Ладно, Парк Победы. Попала. Блять, блин. Давай, давай, все. В руку или во что, покажи. Сука, блядь. Пизда нахуй. Не втаскивайся. У 1920 році Радмарком України запровадив обов'язкове навчання української, обов'язкове вивчення, мабуть, української мови в школах. Повернув? Да. Стрик, ти нарядно? Да. Молодець. Я по южной мову ступени, мені цього хватило. Вопрос хотел задать. Друзья, оба. Ни хера себе. Ебу, блядь. Татьяна, видимо, дублирует сообщение. И вот какое. У моей Настены сегодня...